Всем привет, ребята, вы на канале Сахалос, и сегодня мы посмотрим Короля Красных Ужасов. Божец Король. Наш эпический ужас. Ужас, ужас. Ужасный в ужасный. Его так и зовут. Мой друг ужасный в ужасный. Его не будет поставить? Есть гостиница? У меня нет гостиницы здесь? Скупим гостиницу, ничего страшного. А куда? Сейчас мы еще будем выводить редкого маракаса. Ой. Гуржуба. Я не думаю, это маракас, и почему-то не про маракас. Скромная гостиница у меня. Ну, потому что у него в крафте есть маракас. А. Угу. Маракас тут плюс. Буга. Чё? Ладно, Марк, слушай, да, это шутку, Ваня, ты рассказываешь сказки, что можно гуджубу вывести крафтом со скелетыковым маркасту подсоединить. Прикол такой, да? Так, отправляем мелкотню туда. Колхозную. Да, тут у меня, видишь. Гипсинг? Нет, три редких. Яучики. А еще у меня есть тут четыре редких этих, пять редких. Короче, у меня 5 редких смычоргов и 3 редких, 4 редких этих. И не знаю, что у меня. Зерномеха. Не знаю, что у меня. А, гостиница заполнена. Ну ладно. Уже? Поэтому поставим в ужас, да. Прикольно. Ладно, поставим сюда в ужок. Классный. Поставим подождать это. Ну и, в общем, начинаем. Я очень надеюсь, что у нас получится сейчас гуджуб. Но если он не получится, я не знаю, что будет. Я делаю без факела. Лучше, конечно, факела. И маракас тут. И ти-ти-ти-ти-рокс. Он уже знает подписчик, что на крышку будет. Зачем я тебе? Смотрите, как профессионал. Смотри, что даже факела не спасает. Давай мотнем. Ну должно уже что-то. Давай. Ну хотя бы обычного там обычно гуджубика дайте. Что за фигня? Что это был последний камаз? Это какая-то фигня пол. Нет, это какие-то шутки. Мы встретились в маршрутке. Какой последний? Что за приколы? Что за приколы? Последний раз попробуем. Нет, начни. Нереально. Да, не, ну, я видел. Пойду посмотрю на миф. Он, кстати, один ютубер там. Да, потратил 300 бриллиантов на то, чтобы его вывести. Нет. Ты его не видела? Там один чувак, короче, он потратил, чтобы вывести редкого гуджуба 2000 бриллиантов. Вывел? Нет. То есть минус 2000? Его бриллианты закончились. Его бриллианты закончились. Ну, вы понимаете, да, теперь? То есть даже люди, он по 2000 бриллиантов спускают, и все, они не могут вывести редкого гуджуба. У кого-то он получает цели по бетке. У кого? У кого-то там даже забыл. Что же у нас тут? Редкая гордуза. Бляха, муха, я хотел такую шопочку, большую шопочку. Не хочу шопочку. О, наконец-то мой первый обычный рокотит. Зайдем с вторым котом. Будем пробовать сейчас кого-то выйти? Да. Или уже бог с ним? Нет, давай кого-нибудь с серебром.
На гниту не получается. Что получилось, если человек серебро со скинчиком? Давай посмотрим. А мы же хотели овей-йоуэй плюс серебро. А, шопа, да? Это шопа какая? Да. Давай попробуем. Ничего не хватит. Ну давай. Шопа присылай. Сейчас такая шопа. Я в афиге буду. Обычно царап. Джем из Мори готов. А я его еще утром. Кого будем делать? Давай, как я. Гавунки. Как он делает? Ели плюс хуна. У меня получился ёлый. О, кайф. У меня мало шкур. Будет еще одна. Я вот потом их немножко переставлю. Я тут чищу немножко. Я был бы в офиге, если бы получился бы еще один. Этот, как я. Творят! Подписчик, что творишь? Он наливок хочет. Сумасшедший вообще. Че ты не все сразу брать? Все понятно с тобой. А зачем все сразу брать? Чтобы красивее. Я не хочу все брать. А нужно все убрать. Я хочу часть оставить. А, не надо. Почему? Мне некрасиво. Очень красиво. Купи их потом, значит, за алмаз. Ну, конечно, я тебе не буду. А что у меня тут получилось такое? Чё? Как близко? Эпический зиккурат здесь получился. Это как крафт? Я думала, у меня туалета получилась редко. Нет. Как это нет? Я была полностью уверена, что у меня редкая туалета. Ну, не хочу зато, эпического зиккурат. Он мне не нравится. Зато камушек. Зато присоединишь его к своим собратьям. Ну вот. Где вот, вот клавратий, баба-братий, а там... Мама братьей. Надо тут почистить что-то. Там закопать. Надо убрать эти грибы. Мутантные. Забыли вчера на этот остров зайти почему. Ну, спасибо, подписчик. Мы не будем донатить. Тем более на еду. Он просто хочет есть, наверное. Он пытается... Оливки просто. Оливки. Дэк! Подписчик очень любит оливки. Дайте хотя бы дичуя. Ну почему захабуш? Почему? О, на псионике я тоже вчера чистила. Почему-то там забыла, а здесь нет, не забыла. Так, йоглер и все. У меня вчера получился, как его? Как его зовут? Как его зовут? Как его зовут? Как мне не отправил, как мне отправил. 13 часов он выводится. Ой, сейчас он выводится. А так он выводится день и 8 часов. Вот так у нас будет. Все, да, не видно. Я вообще не хочу. Все. Я хочу вот по краю оставить себе. Все. Я хочу по краю. Все. Нет, не по краю. Все. Все.
Так, здесь мне нужно ловать. А, я могу делать этих. Ой, фандлер мне нужен еще. И эти нужны. Мне нужны покемончики, телефончики, айфончики. Надо крафт эпик ловать. Ха-ха-ха. Я не знаю. Крайне смешно. Тролли-то мне нужны. Сейчас такую плейку. Обидно. Мне нужен тренкажу, а не плейку. Обидно. Мне нужен плейдинг тут. Я сейчас спинить. Смотри, как у меня. А ты уже камкадил? Конечно. Я там делал шнобеля. У тебя же тут нет шнобеля. Мне дует нужен. Мне тоже, понятно. Попробуем сделать дует. Давай-ка зерномехом плюс. Это же эпическую лотику должен. Или зерномех. Печки больные? Нормально. Ну так уже лучше, да, стало? Из головы. Ой. Это надо почистить. Нет, надо. Мне не повезло. Мне фонтан. Вот немножко почистить. Мне кажется, что мы вчера не крутили. Да, видишь? Можно скрутить сегодня. Давай, смотрите, нужно легонечко, так? Давай. Да! Еще посмотрим. Да, теперь. Нет, за рекламу не хочу. Я мне ботик. Чтобы смотреть, что такое. Еда! А я не посмотрела, а украшения на золоте все еще остались? Нет, наверное. Печально, печальненько. А, мы с тобой два тебе. Че? Потому что нужно было, когда была скидка на янтарный замок. Была такая скидка. Да, была? Да. Острый тарик? Да. Не знаю. За релики мы могли обрели. 90 релики. А сейчас 180? 175. Ну, это судьба. Чего ж могу сказать? Мы очень активно сейчас делаем интерьер. Так, тут тоже готово уже. Так, делаем еще репетилы. Ну, а посмотрите все-таки, что надо было лотеку доставить. Один чувак сделал 5 лотек у нас. Угу. А ты не можешь доставить. Всем припиборов. Блин, здесь фарм припиборов. Мы нашли еще камушек, это можно быть. Тоже не будет, да хоть это можно почистить. А, вот там еще камушек есть. А, отлично. Идемте дальше на воздух, на воду.
На воде у нас тоже есть. Что можно крафтить? А, мы тут ждем. Поставим. Это коктейль. Да. Еще много эпиков надо собирать. Крабас. Очень много. У меня почти нет эпиков. У меня вот только рокотакт. Да, денди птицы. Диоды и пузырец. Да. В том-то и проблема. Вот такая вот пошаговая буква. Какой у нас? Десятая пока. У нас получился обычный редкий подсад. Скажу. Потому что мы после этого нажали еще раз сделать. О, нечестно. У нас уже такой весь у нас. Давай поставить. Для постановника. О. Я думаю, второй получился обычный. Нет, получился редкий. Так, здесь мы тоже будем делать фармить профиборгов, а потом будем уже на воде делать кустик. А сейчас нам нужен профиборги. Давай удалим. О! Ты еще не поставил? Конечно, не слышал. Первый хватит быстро. У меня нет места. А гостиница здесь есть? Нет, конечно. Сейчас купим гостиницу. И отправим туда пылесосов. Что у меня сегодня одни разорения? На всех островах. Куда ее поставить, чтобы она... Там не мешает. Так, ну здесь теперь хоть место. Ура, мы разместили эпическую. Здесь, да? Зачем у нас кондушка здесь? Тут сегунки, кондушки еще. Берем кондушку. Да. А, мы пытались что-то другое вывести. Ну и, конечно, вернемся обратно после растений.
Мы сегодня не можем провести никак здесь. Зайдем на призе песня. Да, наверное, уже можно поставить бугу-бугу. Можно поставить бугу-бугу, но мы не можем ее пока прокачивать. Что это за капризный подписчик, который хочет оливок? Какой-то кошмар. Подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео. Всем до новых встреч, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.